В детской спортивной школе прошел турнир по самбо, посвященный памяти Виктора Родина. В состязаниях участвовали юноши 1995-97 года рождения. Из детских спортивных школ Урал-Маша, город Екатеринбург, Нижнего Тагила, Богдановича, Верхней Пышмы, Ринкс, город Екатеринбург, Нижневартовска и наши сухоложские ребята. Напряженная атмосфера и дух соперничества присутствовал больше у тренеров команд. Наши сухоложские борцы уже в первых встречах с большим отрывом вырвались вперед. Сухоложский самбист Александр Эксузьян в четырехминутной схватке за 1 минуту и 10 секунд поборол уралмашевского противника со счетом 14-0. Итог встречи спортсменов Сухого Лога и Уралмаша 7-3. В состязании Верхней Пышмы и Екатеринбурга уже в первой встрече борец из Пышмы за 15 секунд болевым приемом одержал победу над соперником из Екатеринбурга. В командном зачете победили борцы Сухого Лога. Второе место заняла команда Нижневартовска. Третье место у спортсменов Верхней Пышмы.